Если не сложно, можете рассказать, в чем отличие этих моделей от прошлогодних? У нас в этом году открыли новые точки продаж, поэтому мы... Разве не так, господин Читин? Господин Читин? Ты плачешь? Читин, ты в порядке? Сэр, я очень извиняюсь. То есть, я не смог сконцентрироваться внизу. Я ставлю тебя в неловкое положение перед отцом. Я знаю, в каком ты состоянии в этот период. Ты не должен ничего объяснять. Давай пойдем. Я тоже отпрошусь. Погуляем немного, вспомним прошлые дни. Идем. Я вспомнил наши прошлые дни в Лондоне. Да. Для меня это были прекрасные дни. С тобой что-то случилось, ты очень изменилась. Что изменилось? Не знаю, ты была более спокойной, ушло твое сумасбродство. Я стала сильной, Читин. Это прошлое, оставь ты это. Расскажи, как вы познакомились? Наша история немного отличается. Ты помнишь, что я должен был поехать в Лондон, чтобы поговорить с тобой в последний раз? Да, ты собирался вернуться. Тогда я был на пути в аэропорт, внезапно произошла авария. Грузовик неожиданно потерял управление и сбросил машину рядом со мной на обочину. Моя машина ударилась о барьер и остановилась. Я вышел из машины, чтобы помочь другой машине. Когда я пошел туда, в машине было трое людей. Одна из них была Эджа, а другие ее родители. Я успел спасти только Эджа. Я сразу же увез ее в больницу. Через 3 дня я выписался. Но она долгое время пролежала в реанимации. Никто не искал ее, не спрашивал. Никто не приходил, не звонил. У нее ничего не было. Когда она открыла глаза, сразу же спросила про меня. Спросила, кто ее привез в больницу. Мне позвонили из больницы. А я поехал. Несколько раз навещал ее. Вот так все и началось. И ты больше не вернулся в Лондон? А если бы с ней не познакомился, вернулся бы? Меня здесь ничего не держало. Наверное, вернулся бы. Эджи. Эджи. Thank you.